Тогда начинаем. Корпорация Access Marketing. Access Marketing, почему называется. Лидирующий мировой провайдер интернет-продуктов и рекламных услуг для малого. Угу. Бизнеса. Немного истории. В 2006 году появилась корпорация Intermark Corporation. В 2008 году появилась партнерская программа iNet Global. В 2009 году корпорация вошла в список Inc. 500, то есть это топ 500 самых быстро развивающихся американских компаний. Был определенный успех у компании, плодились просто миллионеры в компании, и это привлекло соответствующие государственные органы. В 2010 году компанию закрыли, и была пройдена проверка соответствующими службами, которые я перечислил. Secret Service, RSA Criminal, Investigation, the FBI, FBI and the Minnesota Financial Crimes Task Force. В 2011 году корпорация выпускает поисковую систему Access.com и переименовывается на Access Corporation. С 2013 года технологический офис находится в Силиконовой долине, в штате Калифорния. Корпорация легальная. Все легальные компании, они имеют просто регистрационный номер в соответствующих органах государственных. В чем же разница между просто легальной компанией и Access Corporation? А все очень просто. Все зависит от проверки пройденной. В данном случае есть такой момент интересный. Есть сайт Thompson Hall, который обслуживает, это юридическая компания, которая обслуживает компании, входящие в список Fortune 500 компаний и Inc. 500. На их сайте вы найдете как раз в списках клиентов нашу компанию под старым названием iNet Global и Intermark Corporation. Еще один важным моментом является это пройденная проверка в 2010 году. Проверка осуществлялась в течение 16 месяцев. В первые 5 месяцев шла проверка, и еще год компания находилась под аудиторским государственным контролем. Неожиданно в феврале агенты секретной службы ИРС уголовного розыска, ФБР и целевой группы Миннесоты по финансовым преступлениям прибыли в офис корпорации и неожиданно, в общем, конфисковали все имущество, заблокировали все банковские счета. Компания фактически не работала. Адвокат корпорации Питер Волт выиграл суды. И по итогам пройденных судов он сказал: «Я не знаю ни одной другой компании, когда правительство захватило сумму денег в порядке рейда, и то, что они захватили, вернули всю сумму до копейки». А кто такой Питер Волт? Есть в Штатах сайт SuperLayless. Это список суперюристов. Вы можете более подробно узнать на данном сайте SuperLayless о нем. Пройдена проверка, как я сказал, прошла в течение 16 месяцев. Боб Кинсела, это вот этот мужчина в белом костюме, является президентом компании. Он стал участвовать незадолго до начала проверки. И Боб Кинсела, знакомые, родственники и друзья говорили: «Зачем ты занимаешься этой компанией, если она закрыта?» Ну, он говорил просто: «Я проехал по разным странам и городам и встречался с партнерами корпорации, и партнеры были в восторге от будущего, если компания выиграет суды». В итоге компания выиграла, и 22 миллиона долларов были возвращены в компанию. Это было уже на моей памяти как раз в конце 2011 года. Еще такой важный момент. Beta's Business Bureau, рейтинговое агентство в США. Согласно рейтингового агентства Beta's Business Bureau, корпорация имеет рейтинг наивысший, А+. Это очень высокий рейтинг. Такому рейтингу даже многие компании не могут соответствовать, не дотягивают.
Компанию управляют не некие админы, как это обычно у нас в интернете, а реальные живые люди. Стив Реннер, основатель компании. Еще в 1998 году у него появилась идея создать корпорацию Access Marketing. Боб Кинсела, президент компании и председатель совета директоров. Известный в США предприниматель. Эми Эйд, финансовый руководитель. Джо Сота, маркетинговый директор. Корпорация имеет очень высокую популярность в интернете. Об этом видно даже по статистике по Алексе. Статистику купить нельзя, статистику делают люди. То есть мы с вами и все другие. На 10.06 был рейтинг международный 271 место. Сегодня уже 264 место среди всех мировых сайтов. Очень высокий показатель, такого еще я не видел в компании за 4 года. Дальше. Сайт Access на Алексе, он имеет сертификат, то есть он сертифицированный. Что это означает? Это означает, что все посещения на данный сайт, они Алексе фиксируются. Внизу вы увидите такие 4 крупные цифры. Например, с правой стороны 173 миллиона, это ежемесячные просматриваемые страницы в месяц. Например, ежемесячные просматриваемые страницы более 5 миллионов. Наш рынок, обратите внимание, откуда идет трафик основной? Китай, Тайвань, Япония, Малайзия, США, Сингапур, Южная Корея, из России еще мало. Поэтому в России рынок голый, в Канаде рынок голый, в Украине тем более. И в странах СНГ вообще глухо. Поэтому рынок, так как у нас просто голый, его можно взять, его надо брать, и кто-нибудь этот рынок возьмет. Корпорация имеет наземные офисы. В городе Миннеаполис, США, находится офис управления, и также там суппорт и маркетинг. Маркетинговый отдел находится. А также есть офис на земле, это технологический офис в Силиконовой долине. В компании есть номер телефона, можно спокойно позвонить и попросить русский суппорт, и прямо на русском языке пообщаться. Официальная компания поддерживает 8 языков. Такого нет нигде, чтобы вы могли, во-первых, дозвониться до суппорта. Это раз. Если нет возможности дозвониться, написать в суппорт, и вам быстро ответили на вопрос. Обычно в компаниях, сколько я знаю, ответ надо ждать много времени. Зачастую это несколько месяцев даже бывает. Что такое Силиконовая долина, USA? С 2013 года, с января месяца, корпорация имеет технологическое подразделение в Силиконовой долине. Что это такое? Что за Силиконовая долина? Это место находится в штате Невада, в штате Калифорния, где расположены все технологические компании мировые. Это Facebook, это Microsoft, это Twitter, это Intel и многие другие компании, продуктами которых пользуются практически все. Если вы сейчас меня видите, вы все равно пользуетесь. Пользуйтесь Microsoft, пользуйтесь Skype и так далее. Цель же компании – стать провайдером номер один. Интернет-рекламы, интернет-услуг, мобильных услуг для малого и среднего бизнеса по всему миру. Войти в топ-10 интернет-компаний, достичь 1 миллиарда ежегодного дохода и достичь 1 миллиона активных участников. Возможно ли это? В принципе, возможно, в дальнейшем вы это увидите. О корпорации в двух словах можно сказать следующее. Использовать современные технологии интернета, часть из них бесплатные, создавать интернет-рекламу и трафик в интернете, продвигать рекламу вашего бизнеса на первые позиции в поисковых системах интернета. По ключевым словам. Построить свой бизнес, не выходя из дома, возможность создать пассивный остаточный доход и участвовать в распределении мирового оборота компании и стать еще акционером компании. Услуги и продукты. Какие же предлагает компания? Все продукты являются 100% цифровыми. Физического товара в компании нет. Один из продуктов – это поисковая система access.com. Это единственная поисковая система на сегодняшний день, которая платит вознаграждение за поисковые запросы.
Google, Яндекс, Rambler и другие поисковые системы за поиск не платят. А с нами компания Access делится с каждым определенными деньгами за то, что мы делаем трафик. Преимущество Access Ads. Access Ads – это реклама. Вся реклама находится в одном месте. Это создание превосходно оформленных рекламных кампаний. Реклама здесь предоставляется в виде баннерной рекламы, текстовой рекламы. Она работает аналогично, как Яндекс.Директ и Google AdWords. Также мобильная реклама. В ближайшее время она появится у нас. Также есть реклама на всемирном ротаторе, с помощью которого можно легко вытащить сайты на первые позиции во всех поисковых системах для привлечения трафика на сайты. Вся реклама находится в одном месте. Домены и хостинг предлагает компания. Обратите внимание, домены третьего уровня в бизнесе не приветствуются и очень плохо или вообще не индексируются поисковиками. Вы когда-нибудь видели поисковые системы, набирая какие-то запросы в поисковиках, чтобы на первых позициях были сайты в системе Yuka, в системе Wix, Yumi, там, Weebly, Jimdo, EmpowerNetwork.com. Особенно это если новые сайты сделаны, они полгода точно не будут на первых страницах. Потому что поисковые системы так устроены, если они видят, что сайт сделан на бесплатном хостинге, он бесплатный. Значит, человек не приложил каких-то усилий, и поисковая система подразумевает, что это зашел какой-то школьник потренироваться. И поэтому никогда такой сайт на первых позициях не будет. Именно первые полгода однозначно. Если же сайт находится в домене правильном, то есть ваш домен .com, .biz, .org, .net, .info, .us, тогда ваш сайт будет легко индексироваться поисковыми системами. И для всех партнеров эта услуга фактически бесплатная. Хостинг и программное обеспечение, предлагаемое корпорацией. Один из продуктов называется VWebs. Этот инструмент предлагает более 500 разных функций. Это система управления сайтом. Это система управления блогом. Хостинг корпорации находится в облаках. Что такое облако? Облако – это когда не конкретный сервер где-то есть физически, а много серверов, связанных в единое целое, и к нему есть доступ с разных устройств. То есть это можно зайти на этот хостинг и с мобильного устройства, такого как смартфон и планшет, и с компьютера. Также на этом облачном хостинге можно держать свои данные, то есть как на флешке. Из программного обеспечения предлагаемого я предоставил, здесь только часть смог разместить, у меня не хватило бы одного плейлиста, скажем. Это WordPress, всем известный, для создания блогов. Это Joomla для создания блогов и сайтов. Drupal тоже система для создания сайтов. Java, PHP – это структурирующие элементы, с помощью которых идет управление сайтами. Это может быть Professional Web Builder. Также система Mailman для рассылки, это система управления почтой. Если вы посмотрите, что такое система Mailman, то узнаете интересный факт. Данной системой пользуются компании, входящие в Inc. 500 в список. Также на этом хостинге у нас есть сканер, антивирус и много-много других инструментов. У нас появился новый продукт недавно, буквально неделю назад, под названием UWeb. Этот продукт уже созданный корпорация Access, это собственного производства продукт. Что он позволяет? Он позволяет в считанные, скажем, минуты, в течение часа, можно сказать, сделать сайт любой сложности. Очень простой продукт, там можно много всяких виджетов подключать. Еще есть такой продукт под названием конструктор мобильных сайтов, тоже собственного производства. Что он представляет собой? У нас в
все чаще и чаще люди выходят в интернет через смартфоны и планшеты. Для правильного отображения сайта на смартфоне должны использоваться определенные инструменты. Конструктор мобильных сайтов позволяет очень просто, очень быстро сделать сайт, который будет правильно отображаться на смартфоне и на планшете. Причем вам не обязательно изучать интернет-технологии, такие как CSS 3, там HTML, то есть это не нужно. Хотя там позволяет функции использовать данную технологию. Вот на данном слайде вы видите пример моего сайта. Здесь есть QR-код, посередине такой квадратик с непонятными точечками. С помощью любого смартфона можно навести камерой смартфона и с помощью программного обеспечения специального перейти на мобильный сайт через вот этот QR-код. Также у корпорации есть развлекательный игровой портал, который предлагает с помощью данного игрового портала можно зайти и развлечься. То есть там есть игры. На данный момент есть одна игра. Будет еще больше игр, они сейчас делаются. И играя в игры, у нас система позволяет зарабатывать вот эти реворды. Реворды — это внутренняя валюта, которую меняем либо на доллары, либо на сертификат Amazon. И в магазине amazon.com меняем на товар. Также у нас будут новые продукты. Это Access Local, это локальная реклама, бизнес-справочник, доска объявлений, события, мероприятия, ежедневные спецпредложения. Также ожидается в июле выход нового приложения под названием YouChat. YouChat – это аналог Skype. Это приложение, которое ставится на смартфон, на компьютер, и с помощью этого приложения можно будет отправлять мобильные сообщения, можно сделать видеозвонки. Access Corporation создает огромные возможности для бизнеса. Рост годового дохода компании в 2012 году составил 98 миллионов долларов. В 2013 году 290 миллионов долларов. Ожидаемый доход в 2014 году более 1 миллиарда долларов. На сегодня партнеров насчитывается 458 тысяч человек. Уже превышает это число. Более чем в 200 странах мира. Какая же динамика? Я стал замечать. В середине марта было зарегистрировано порядка 400 тысяч партнеров. На сегодня уже 458 тысяч человек превысило. Прошло всего лишь апрель, май, июнь. Июнь еще не закончился. 2,5 месяца. Пришло порядка 60 тысяч человек. С 1 января на 1 января было 350 тысяч партнеров. До марта, соответственно, пришло порядка 50 тысяч человек. То есть это очень хорошая динамика, я считаю. Четыре вида маркетинг-плана компания нам предоставляет. Первое – долевое участие в мировом обороте компании. Второе – план вознаграждения от команды. Третье – план розничных продаж. Четвертое – разделение годовой прибыли и акционирование. В компании сейчас используется лидирующий маркетинг-план выплат. 70% денег выделяется партнерам, которые распределяются пополам. 35% мы получаем каждый лично. Эти деньги распределяются между всеми участниками ежедневно. И вторые 35% распределяются уже по структуре. Компания нам предоставляет неограниченные возможности заработка. Мы можем зарабатывать и 50, и 100 долларов в день, и 500, и 1000 долларов в день, и даже более. На данном слайде, это слайд иностранцев. В России сейчас такие деньги еще никто не получает. 38 тысяч долларов в день. Это даже не максимальные чеки в компании за сутки. Есть люди и зарабатывают гораздо больше деньги. Что же необходимо сделать? Минимальные требования для участия. Первое. Зарегистрироваться. Второе. Приобрести набор для продаж. Это единственная сумма 59,95, которую мы оплачиваем один раз в год.
Дальше. В эту сумму входят персонализированный веб-сайт, бэк-офис с центром управления, Викеш и Wallet аккаунты, это система вывода денег, заказ предоплаченной карточки, 250 кредитов, кредиты это наши рекламные единицы. Также входят домены .com, .net, .biz, .org, .info и .us. И третье это приобрести стартовый бизнес-пакет. Какие же бизнес-пакеты предлагает нам компания? Это пакет малого бизнеса за $500. Пакет большого бизнеса за $1000. Директорский бизнес-пакет за $2000. Корпоративный бизнес-пакет за $5000. И Enterprise бизнес-пакет. Все пакеты пропорциональны по содержимому. В пакеты входят айпоинты. Айпоинты это долевые единицы. Аналог как бы акции. То есть чем больше вы владеете количеством айпоинтов, тем больше ежесуточно вы получаете денег. Также в пакеты входят рекламы под названием iCredits. Например, пакет за $500 включает 500 основных айпоинтов плюс всегда 120%, 600 бонусных айпоинтов. Итого 1100 айпоинтов. И также включается 2000 рекламных кредитов. Большой бизнес-пакет за $1000 включает 1000 айпоинтов и плюс 120% 1200 бонусных айпоинтов и 5000 кредитов. Также пакет за $2000 – это оптимальный бизнес-пакет на сегодняшний день. Он включает 2000 айпоинтов плюс 2400 бонусных айпоинтов. Итого 4400 айпоинтов. Также кредитов – 10 тысяч кредитов. Кредиты – это наша реклама, повторюсь. И самые лучшие пакеты – это корпоративный бизнес-пакет за $5000. Включает, конечно, 11 тысяч айпоинтов и 32500 айкредитов. Пакет за $10000 включает 22 тысячи айпоинтов и 100 тысяч айкредитов. Скажем так, если наши рекламодатели платят Яндексу по 120 тысяч рублей ежемесячно, а я сталкивался с такими рекламодателями, они у меня были клиентами, то можно предложить тем же рекламодателям войти в бизнес, в компании и приобрести один раз в жизни фактически любые пакеты, либо потом докупить, в которые входит реклама, а также входит доля. И они таким образом каждый день будут возвращать сначала свои деньги вложенные, а также потом будет идти в плюсе. То есть их доходы. План разделения прибыли AdView. Что же необходимо делать? То есть это первый план, в котором участвуют абсолютно все партнеры, купившие пакеты. Что же необходимо делать? Это минимум просмотреть 24 сайта ежесуточно и каждый день получать долю со всего мирового оборота корпорации. Компания у нас является не MLM-компанией, а технологической компанией. А теперь обратите внимание, в ряде стран у нас MLM запрещен официально. Поэтому MLM-компании, какие бы они крупными не были, они не могут зайти в те страны. Поэтому наша компания может работать везде, в любой стране, даже там, где MLM официально запрещен. Поэтому у нас будет денег в любом случае больше, чем в любой MLM-компании. Как же распределяются деньги? Они очень просто распределяются. У каждого партнера, согласно купленного пакета, входит определенное количество айпоинтов. Чем больше айпоинтов у вас, тем больше вы получаете деньги ежедневно. То есть 35% со всего мирового оборота корпорации разделяются между партнерами. Если у вас 100 тысяч айпоинтов, вы получите определенную сумму денег. Если у вас будет 10 тысяч айпоинтов, вы получите 10 раз меньше. Если у вас 100 айпоинтов, соответственно, еще меньше. Соответственно, здесь выгодно иметь большее количество аймпоинтов. Возможность увеличения долевого участия, то есть аймпоинтов. Первое – это репокупка, которую делают все партнеры ежедневно на автомате. Что такое репокупка? Допустим, вы заработали $10 сегодня. Значит, при сумме репокупки, допустим, 100%, на $10 будет куплено 10 аймпоинтов. И на второй день вы заработаете чуть-чуть больше. Если у вас репокупка стояла на 50%, то вы на
50% от 10 долларов купите всего 5 айпоинтов. И на второй день чуть-чуть больше вы получите, все равно вознаграждение. Однако вторая часть уйдет в iCash для вывода денег. Еще такой важный момент. Если вы ставите репокупку больше, чем 50%, то есть от 60 и выше, я прям выделил здесь зеленым цветом, то ваш iPoint баланс начинает расти и увеличиваться, соответственно. Каждый покупной iPoint будет увеличиваться либо на 2%, если у вас репокупка стоит на 60%. Если у вас на 100% стоит репокупка, то ваш новый купленный iPoint будет увеличиваться на 10%. Второй способ увеличения долевого участия – это докупить пакеты. Стоимость пакетов, напомню, от 500 до 10 тысяч долларов. Все пакеты суммируются, внутренности пакетов суммируются с теми, что у вас есть. И на второй день вы получаете, соответственно, больше. Третий способ – это построение команды. Приглашая партнеров в бизнес, вы получаете структурированный доход, о котором я расскажу чуть позже. И, соответственно, ваши айпоинты начинают увеличиваться. Ваша доля растет, и вы получаете, соответственно, больше денег. И четвертый способ увеличения долевого участия – это постоянное получение бонуса лояльности. Что такое бонус лояльности? Компания нам платит этот бонус за то, что мы остаемся в компании и никуда не уходим. И каждый раз, когда мы тратим 1500 долларов на репокупку, нам компания дает 1000 айпоинтов. Соответственно, чем больше мы зарабатываем денег, чем больше мы тратим на репокупку, тем больше нам идет, тем чаще мы начинаем получать вот эти айпоинты, вот этот бонус лояльности. И на второй день, соответственно, у нас бонус, баланс айпоинтов увеличивается, и мы получаем чуть-чуть больше. У нас есть 8 способов заработка от структуры. Возможность командного заработка. Это комиссионные с продаж. Это уровневый бонус, это лидерские бонусы, это президентский бонус, бонус бесконечности, роялти бонус, бонус за рекомендацию и бонус лояльности. Базовые бонусы получают все партнеры. Те партнеры, которые имеют статус консультант, а консультанты у нас со входом до 2000 долларов, они получают 5% с первого уровня в первый день, а также каждый день от репокупок ваших партнеров в первом уровне. Соответственно, ниже со второго уровня вы получаете 2%, там 2% и с четвертого уровня 2%. Голды. Кто такой голд? Голд – это тот партнер, который вошел от 2000 долларов и выше. Получает с первого уровня в первый день, если партнер покупает пакет на 10%. И также каждый день получает эти суммы денег. Соответственно, голды достают уже ниже, до шестого уровня. Следующий статус – платина, diamond, blue diamond. Сейчас попозже я расскажу, что это за статус. Это директорские статусы. Лидерские бонусы получают от статуса платина. Платина – это когда у вас всего 2 голда и 1 консультант. Diamond – это когда под вами находятся 2 платины и 1 голд. Blue Diamond – когда под вами находятся всего лишь 2 даймонда и 1 в статусе платина. Фактически здесь достаточно пригласить 3 компаньонов и все. И помочь им сделать то же самое. Когда идет дублицирование, вы растете по статусам и получаете все возможные бонусы. Blue Diamond получает плюс 1% в глубину до бесконечности. Есть еще у нас бонус быстрого старта. Плюс 5%. Этот бонус получают все партнеры в первый день. То есть вы, если вы приглашаете партнера, он покупает пакет, и вы получаете плюс 5% к дополнительным своим основным бонусам. Допустим, если вы в статусе консультант, вы получаете 5% плюс 5% дополнительно. Итого 10% в первый день. Gold и выше получают 10% стандартные, плюс 5% дополнительные бонус быстрого старта.
Если, допустим, ваш партнер приобрел пакет на сумму $500, то вы в статусе консультант получите 50%, $50 комиссионно. Если Gold и выше, получите $75. Если пакет за $1000 приобретет партнер ваш в первом уровне, соответственно, консультант получит $100, а Gold и выше $150. Если на $2000 будет приобретен пакет, консультант получит $200, Gold и выше $300. Если пакет за $5000, соответственно, консультант получит комиссионный $500, а Gold и выше $750. И, соответственно, если пакет будет приобретен на $10000, консультант получит $1000 комиссии, а Gold и выше $1500. Каждый раз, если ваши партнеры приобретают пакеты, вы получите вот эти комиссионные. Есть еще один интересный бонус – бонус ноутбук, лаптоп-бонус. $400 вам заплатят в первые 60 дней с момента покупки стартового пакета за 59,95. Условия для выполнения этого бонуса – вы должны иметь пакет от $2000 либо выше, и ваши лично приглашенные должны иметь в объеме $10000. Есть у нас ежемесячная автопокупка, так называемый АП-консультант. Она зависит от статуса. Люди, которые находятся в статусе консультант, оплачивают $10 в месяц. В статусе Gold оплачивают $20 в месяц, Платина – $30 в месяц, Diamond – $40, Blue Diamond – $50, Black Diamond – $100. Опять-таки, здесь я акцентирую очень интересный факт. Оплачивая вот эту автопокупку ежемесячную, вы получаете за это, если консультант оплачивает $10, он получает 10 iPoint'ов. Напомню, что iPoint'ы – это ваша доля. Соответственно, на второй день после оплаты автопокупки у вас доля становится чуть-чуть больше, и вы денег чуть-чуть больше получите с мирового оборота. Также в автопокупку включено iCredit'ы. iCredit'ы – это ваша реклама. Ни в одной компании я нечто подобное никогда не встречал. Обычно, если человек оплачивает вот эту ежемесячную оплату, то он просто получает продукт. В данном случае все получают и продукт, это веб-хостинг, и также кредиты, и также iPoint, это долевое участие. Кроме того, оплачивая вот эту ежемесячную автопокупку, по маркетингу распределяются соответствующие... все партнеры получают соответствующие проценты. Консультант, соответственно, 5% с первого уровня, например, Gold и выше с первого уровня 10% и так далее в глубину. Соответственно, каждый получает свой процент. Третье. Маркетинг – это план розничных продаж. У нас есть в компании разные продукты. И если мы не занимаемся приглашением партнеров, мы можем, скажем, открыть офис, например, сделать я рекламное агентство, приглашаю рекламодателей, платите деньги, я буду раскручивать ваши сайты, продавать вам кредиты, делать вам также сайты, блоги, продавать их и получать за это до 25 комиссионных лично и 5-5% с ваших партнеров. Четвертый маркетинг – это наш будущий доход. Это разделение годовой прибыли. Скажем, с 2012 года с нами компания делится дополнительными деньгами, и по итогам каждого года распределяются деньги на приобретение акций компании. Эти деньги сейчас для нас недоступны. Как компания выйдет на биржу, ожидается, что до 2018 года компания должна выйти на IPO. И данные деньги, они будут разморожены, и мы сможем приобрести акции компании и стать совладельцами. Для справки, акции Google, когда компания вышла на фондовый рынок в 2004 году и выпустила их в продажу, стоили всего $20 за штуку. Сейчас они стоят $1200 за штуку, плюс дивиденды, которые получает каждый, кто владеет акциями Google. То же самое ожидается и у нас. Для каждого партнера, принявшего решение стать участником компании.
Квалификационные требования для участия в клубе учредителей 2014. У нас есть 4 квартала, 4 фазы. Сейчас заканчивается вторая фаза. Она началась 1 апреля и закончится 30 июня. Что необходимо сделать? Приобрести директорский пакет за $2000 либо выше, или набрать общую сумму, общий объем покупок пакетов на 2000 или выше. Второе. Иметь $10000, на $10000 объем ваш личный в первом уровне, из которых 50% будет ваши лично приглашенные, а вторая часть от структуры в глубине. И третье, необходимо быть квалифицированным активным консультантом до 31 декабря 2014 года. Что это означает? Это означает, что 25 дней в месяц вы должны просматривать 25 сайтов, то есть делать серфинг. Это не так сложно. Зайти в интернет, либо там со смартфона и прокликать 25 сайтов по 30 секунд. Это занимает буквально 15 минут в день. Скажем, для сравнения, люди на дорогу тратят гораздо больше времени. На дорогу от места жительства на работу и обратно. Так, например, из Подмосковья люди ездят в Москву работать, и туда и обратно затрачивается порядка 5-6 часов времени. Резидуальный доход здесь возможен. Скажем, когда компания выйдет на биржу и выпустит акции, мы получим уже настоящий резидуальный доход. Декламация о доходах. Access Marketing не гарантирует нам заработок дохода. Access не предоставляет и не подразумевает никаких гарантий дохода. Ваш доход зависит только от ваших собственных усилий продаж и усилий продаж вашей команды. Также интересный факт. Есть в компании так называемый фонд любви. Периодически во всем мире случаются разные катастрофы. Так, например, в прошлом году в Китае было землетрясение, и компания выделила $130000 как гуманитарная помощь Китаю. А вот, кстати, интересная табличка, в которой четко прописано, что же вам необходимо сделать для повышения в статусах. Например, Diamond Executive. Достаточно иметь под собой двух человек в статусе платина и одного в статусе голда. Blue Diamond Executive. Два человека в статусе Diamond и одного человека в статусе платина. Black Diamond Ambassador. Это когда два человека в статусе Blue Diamond и один в статусе Diamond. И так далее ниже. Black Diamond Ambassador 3 в самом низу, когда под вами находится 3 Black Diamond Ambassador. А вот, кстати, заявлены доходы за 2013 год, по итогам 2013 года. Например, Black Diamond Ambassador 3 в самом низу, самая нижняя строчка, какие же доходы имеет? Минимальный доход за год $1 316 000, максимальный более 5 миллионов, и в среднем это $2.5 миллиона за год. Скажем, эти доходы были получены людьми при обороте корпорации в $290 миллионов. По итогам 2014 года, конечно, оборот будет превышен $1 миллиард, и с нами каждую встречу проходит встреча с руководством компании. И так, например, в конце первого квартала 2014 года с нами встречался Стив Рейнер. И он сказал такую интересную фразу. Меньше чем за квартал 2014 года оборот компании превысил оборот 2013 года. Но я вам скажу, скорее всего, по итогам 2014 года эти цифры будут уже просто смешными, которые сейчас я вам показываю. Скорее всего, доходы людей будут раза в 3-4 выше. Что же мы должны делать? Вроде как столько всего много в компании, но оказывается все просто. Первое. Зарегистрироваться. Второе. Купить пакет. И третье. Начать делать серфинг. Этого достаточно в компании, чтобы вы получали долю со всего мирового оборота. Ну и рассказать друзьям. Успехов. Создаем малый бизнес.
На этом моя презентация заканчивается. Я вам сейчас поставлю интересный видеоролик о возможных доходах компании. Так. Ролик буквально 6 минут длится, и по итогам этого ролика я отвечу на ваши вопросы. This is showing one of the leaders' accounts on the month of February, between 24th February to 2nd of March. Is it showing the figures on the daily income on daily? You see 1,003, 1,004, 1,004, 800, 1,001, 708, 1,001. In this just 1 week, it's about 8,001 income, US dollar. And below is a breakdown of the daily income. So okay, let's see the counts. Okay, this is from one of the member, the leaders here. You show that this is a balance, 1,009. Can withdraw, and there's another 2,002 pending in 3 days time, which can withdraw in the next 3 days. And the PSV balance is 82,000. You look at the statement. Я поставлю на паузу. Так. Поставьте плюсики, если меня слышно. Замечательно. Замечательно, спасибо. Я специально поставил на паузу. Обратите внимание, рядом с пальцем данного человека номер 247-140. Эти номера у нас начались буквально где-то в 2012 году. Где-то ближе к концу 2012 года. То есть человек пришел буквально полтора года назад. И он уже получает такие деньги, он показывает. Я немножко дальше еще прокомментирую некоторые моменты. High credit, sir. Total earns is 500,000, 508,932. This on the daily setting. I'm going to show you the statements from this leader for the month of February. Вот как раз здесь показано четко, что в акционирование 2012 года этот человек не вошел. То есть он как раз пришел в конце 2012 года. Может быть, в начале 2013 года. Before I show the February statements, I'm going to show the iPoint balance here on up to date. 92,000 in total, use up 20,000, so a balance here of 76,900. Okay, I'll show you the sales report. Okay, let's look at the February month, first of February until first of February. February until 20th. Commission and bonus. Commission and bonus only. First February to 20th of March, year to date. Well, one thing you can see the down here. These are the statement showing the individual commission from the team. Overriding commission. Okay. So let's look here. From 1st of February to today, which is 20th of March. Okay. 1st of February to 20th of March. Total commission earned is 42,366 US dollar. Every day. Okay. So as you see, this is a report from 21st of February last year, 2003, until today, 20th March 2014. Total commission earned is 152,900. Вот очень интересная цифра. То есть он показал с февраля
2013 года по март 2014 года. Заработано было 152 тысячи долларов, 935. US dollar in 1 year. 13 months. And okay. The total pages of statement is 17,109. And each page of this statement consists of 30 transactions. As you can see here, well, is the 30 transaction. Okay. Now I will show you the statistics. Statistics will show you the weekly incomes earned from the day. Okay, so this showing the February 24th to March 2nd income. 1 week income. 1 week income. So you can see here, this leader earning about 1,003 a day, 1,004, 1,800, 1,001, 700, 1,001 in 1 week. So altogether, as you can see here, is about 8,100 US dollar. And below is a breakdown of this income transactions. That's it, thank you. So wait, one more. Sales line, you only recruited three. Okay. So for him to do his business, he only recruit four members, four resellers. I only have this four sales team. Вот интересный момент. Много ли у людей, у данного человека партнеров? Обратите внимание, личных у него Black Diamond амбассадор первой степени, Blue Diamond Executive, Diamond Executive, Free Surfer и Diamond Executive. Всего 5 человек в первой линии. Этого достаточно, чтобы зарабатывать такие серьезные деньги. А теперь интересный факт. Вот нас сегодня было 16 человек на вебинаре. Для сравнения, в России проживает более 170 тысяч миллионов человек. Плюс возьмем Украину, сколько-то миллионов, Казахстан, Армению, Азербайджан. Это будет очень много миллионов людей. И из такого объема миллионов людей неужели нельзя пригласить хотя бы троих человек в этот бизнес? Ставим вопрос. Каждый сам ответит на него самостоятельно. А теперь я готов ответить на ваши вопросы. Меня слышно? Поставьте плюсики. Замечательно. Давайте вопросы тогда, если есть. Буквально минут 10 пообщаемся. Хорошо бы провести, как строить сайт. Замечательный вопрос. Проведем по сайтостроительству, надо самому до конца разобраться. Потому что у нас появился сейчас еще новый инструмент по строительству сайтов. Вот. Просили партнеры, сделаю либо видеоролик, либо занятие проведу. Посмотрим. Лучше страницу захвата. Страница захвата. Ну, будем разбираться. И воронку.
Хорошо, будем разбираться, как делать страницы захвата. Уменьшились начисления почему? Потому что лето. Народ разъезжается, мало людей привлекают, мало партнеров. К концу месяца могут подняться начисления. Так обычно происходит. Тем более сейчас заканчиваться будет второй квартал. План акционирования. Кто захочет, тот выполнит. У нас не инвестиционная компания с фиксированным процентом. Все зависит от наших усилий. Если мы не будем даже двоих человек привлекать в месяц, ну, не будем ничего получать. Реклама – продукт востребованный. Продукт расходуемый. Сайты нужны всем. Я вон год назад фирму открывал, когда... Так я стоял в очереди на открытие этой фирмы в налоговой. Передо мной были тысячи людей. Это в один день. Значит, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, регистрируются тысячи фирм. Это только в Москве. Возьмем еще другие города. Соответственно, рано или поздно эти предприниматели, их озадачит мысль выйти в интернет, делать бизнес. Соответственно, им что нужно в интернете? Это нужно домен, это нужно сайт, это нужно какой-то блог. И, естественно, это реклама. Вопрос, кому они придут? К тому, кто кричит об этом. Если мы молчим, то, естественно, они об этом не знают. Соответственно, обороты не у нас будут, а у других компаний, таких как Яндекс, таких как Google и так далее. Все логично. Если мы будем сами общаться с людьми и, так скажем, наследить, то есть где-то в социальной сети информацию сбросили, где-то на какой-то доске объявлений, где-то просто лично общаемся при личных контактах. Мало ли, выходим на предпринимателей. Рано или поздно информация где-то всплывет, и к вам придут люди. Делайте каналы на YouTube, это очень хорошо работает. Люди любят ролики смотреть. Все работает. Да, можно предлагать продукт Ювепу. Человек регистрируется в Access под вами и прямо из кабинета делает покупку Ювеба. Там есть стоимость. Либо он бесплатную версию берет, там просто есть определенные ограничения, либо платную версию берет, и она имеет определенную стоимость денег. И вам, соответственно, придет комиссия. Чем больше получается объем покупок в вашей первой линии, тем больше вам идет комиссионный, там, до 25%. Партнерская ссылка для приглашения. Где берется? Обратитесь к спонсору, и он вам даст... Он покажет вам, где берется партнерская ссылка. Вам надо зайти в ваш аккаунт и... Сейчас покажу. У нас есть две партнерские ссылки. Одна ссылка на поисковую систему, там как клиент человек регистрируется. А вторая ссылочка есть именно на регистрацию в кабинете. Замечательно. То есть вот вы вошли в свой кабинет. Значит, ваша партнерская ссылочка находится вот здесь. Наводите на мой аккаунт, ведете сюда детали аккаунта. Вводите свой секретный ключ. Так, и здесь, где отображаемое имя, нажимаете «Редактировать». И вот здесь ваша реферальная ссылочка, то есть username. Тут будут либо цифры, то есть ваш ID номер,
Вы можете стереть это ваш ID номер, написать, допустим, какое-то слово. И дальше будет продолжение .marketing.access.com. То есть берете текстовый редактор, либо там ручка уже записываете, http, двоеточие, два слэша, и ваше вот это слово, либо цифры, потом .marketing.access.com. Это и будет ваша реферальная ссылочка. После того, как записали, желательно также проверить. Вот, вторая реферальная ссылочка находится на самом поисковике Access. Она находится вот здесь, наводите на номер. Есть настройки аккаунта. И вот здесь, так, сейчас поставлю на русский язык. Так, рекламные коды. То есть, что такое рекламные коды? Это как раз наша вторая реферальная ссылочка, которая ведет на поисковую систему. То есть, человек не хочет быть партнером, он может просто на поисковике зарегистрироваться. Тогда можете здесь создать рекламные коды. Это некое слово. То есть, например, вот у меня еще три рекламных кода пустые. То есть я нажимаю вот так создать, ввожу тут какое-нибудь слово, ну, например, слово «я». Нажимаю «Готово». Вот, это уже слово зарегистрировано, да? Например, «Яндекс». Тоже зарегистрировано. Ну, какое-нибудь слово. Ну, в общем, надо потренироваться. Я когда-то сделал себе два рекламных кода, допустим, вот Linking и S Чураков, нижнее подчеркивание. И как же его применять? Вот здесь пример. Здесь такой пример. Сейчас перейду на другую страницу, где личная информация. И вот здесь берем, выбираем услугу access.com, например. И вот здесь как раз ваши рекламные коды будут уже вставлены. И вот ваша реферальная ссылочка вторая. Это именно на поисковик. То есть либо эту ссылочку берите, либо эту ссылочку. То есть сколько сделали рекламных кодов, а у нас их можно 5 рекламных кодов сделать, значит будет 5 реферальных ссылочек. Вот, все они будут идентичны, и когда человек пройдет по данной ссылочке, он, получается, будет зарегистрирован именно только на поисковике. То есть ему не надо никакую юридическую информацию, ничего не надо. Единственное, для него все это будет платное. И фактически, если он будет что-то покупать, вам будет идти комиссионное. Вот, в дальнейшем он может перейти, зарегистрироваться партнером. То есть у него будет возможность, ну, в этом кабинете я не покажу, он просто также заходит в этот кабинет, и здесь будет функция, кнопочка «Зарегистрироваться партнером». И данная его часть уже будет заполнена, осталось только до конца заполнить. И все. Так, еще есть вопросы? Угу, пожалуйста. Так, давайте минуту и расходимся уже. Так, пожалуйста. Все, ладно, ребята, всем тогда до свидания, встречаемся, ну, завтра под вопросом. Если завтра буду, значит, выложу в чат ссылочку в 8 часов. Если нет, тогда в среду. Все, всем удачи, всем спокойной ночи, кого ночь. Все, до свидания, я выключаю комнату. Да, отлично, комната, все хорошо работает в ней.